Водитель бетономешалки оборвал высоковольтный провод. Это происшествие случайно попало в объектив видеорегистратора одной из припаркованных машин. Рубрика «Новости наших горожан». На кадрах видно, вот водитель грузовика выезжает со двора, останавливается, пропуская машины. Когда дорога становится свободной, он начинает движение и не замечает, что его крупногабаритный автомобиль цепляется за линию ЛЭП. Развязка ситуации очевидна. Водитель уезжает, провод под напряжением лежит на земле.